доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Вот такая вот плотненькая коробочка. Сайт, скорее всего, на котором был сделан заказ GearBest. Это, судя по всему, карандаши. Так, больше ничего здесь нет. Это в сторону. И у нас здесь цветные карандаши. Вот такая вот коробка. Коробка металлическая. Стоимость этих карандашей $8. Ну, учитывая то, что использовал баллы, цена получилась дешевле. Уже там не помню сколько точно. Ну, по-моему, где-то 6 долларов. Вот так вот открывается. И вот такие вот карандашики. Так, здесь не пишет. Это еще тут такая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четыре штуки, по-моему, если не ошибаюсь, да? Да, 24 карандаша. Хорошая упаковка. Здесь гамма цветов. В общем, карандаши рекомендую к заказу. Очень хорошо сделаны. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим на сайт GearBest, заказываем. При использовании баллов бонусных, довольно-таки неплохая покупка. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.